Источник красоты ваших волос, вдохновленный самой природой. Новинка в коллекции Charmin. Твердые шампуни и кондиционер Charmin Pro. Природные компоненты и ценный масла заботливо ухаживают и восстанавливают от корней до кончиков. День за днем, какими бы ни были ваши волосы, тонкими или поврежденными, сухими или жирными, в коллекции Charmin есть решение для вас. Каждый шампунь и бальзам бережно создается вручную. Только почувствуйте их аромат. Твердый шампунь – это новый формат удобства. Возьмите его с собой в спортзал, поездку, куда угодно. Он никогда не прольется и не занимает много места в сумке и в ванне. Но главное, твердый шампунь – это красота и здоровье волос без синтетических компонентов и пластика. Всего один такой продукт заменяет до 3 упаковок обычных шампуней. А это значит здоровье ваших волос и здоровье. Также в составе таких шампуней вы не найдете парабенов и продуктов нефтепереработки, так называемых SLS. Вы спросите, чем же тогда эти шампуни, как они будут осуществлять функцию именно очищать кожу головы. В таких шампунях содержатся мягкие бавы, которые получают путем вытяжки из кокосового масла. При этом вы не получите раздражение кожи головы, что часто бывает на обычных шампунях. Также хотелось бы отметить экологичность твердых шампуней. Это особенно важно для тех, кто заботится об экологии. Стоит отметить, что упаковка твердых шампуней, она полностью биоразлагаема. В составе твердых шампуней содержатся определенные протеины. На них я хочу остановиться более подробно. Это гидролизированный протеин пшеницы и гидролизированный кератин. Если говорить о первом, то есть гидролизированный протеин пшеницы, он выполняет следующую функцию. У него очень хорошее сцепление с нашими волосами. За счет этого волос уплотняется, становится менее ломким и, что важно, уменьшается количество секущихся кончиков. При этом волосы более легко укладывать. Если говорить о гидролизированном кератине, то этот белок ближе всего по структуре к нашим волосам. Это важно в том плане, что волосы, которые подвергаются частым окрашиваниям, они становятся достаточно пористыми. И вот здесь молекула кератина встраивается в эти волосы и улучшает, соответственно, текстуру волоса. Плюс эти два компонента, то есть гидролизированный протеин и кератин, они имеют накопительный эффект. Чем дольше пользуемся, тем более выражен эффект. Соответственно, их можно применять на постоянной основе. Также в линейке представлены кондиционеры для того, чтобы волосы были более упругими, шелковистыми и легче укладывать их было. Стоит сказать, что даже кондиционеры сделаны с большим умом, в том плане, что есть два вида кондиционера для разных типов волос. То есть каждый в этой линейке найдет свой продукт. Также важный момент – это удобство использования. Твердые шампуни можно брать с собой в дорогу, в ручную кладь. Нет необходимости, то есть переливать как жидкие шампуни в маленькие пузырьки. При этом вы не можете не переживать, что шампунь может пролиться у вас в багаже и испачкать вещи, например. По себе могу сказать, я твердый шампунь использую при походах в спортзал. Забросил в рюкзак и забыл о том, что там может что-то пролиться и испачкаться, соответственно.
И как было сказано в рекламном ролике, что это очень удобно в плане экономии. То есть один кусочек шампуня твердого соответствует 3 бутылочкам жидкого шампуня. Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что современные твердые шампуни, они абсолютно безопасны, содержат натуральные компоненты и удобны в использовании. Плюс это экологически чистый продукт, то есть полностью биоразлагаемый. Пожалуй. Спасибо. У меня на этом все. Спасибо большое. Спасибо большое. Друзья, скажите, только честно, поделитесь впечатлениями.